В Караганде снимают продолжение киноэпопеи о президенте Назарбаеве. Стадион одной из действующих шахт региона превратили в настоящую съемочную площадку. А исполнитель главной роли Нурлан Алимжанов заявил журналистам, что для пущей солидности к этой серии ему пришлось поправиться на 10 килограммов. На съемках эпизода побывал мой коллега Руслан Идрисов. Секретарь парткома 5413. Свет, камера, мотор. 70 человек съемочной группы и примерно столько же в массовке. Везде здесь снимали эпизод, который войдет в ленту всего на 1,5 минуты. Кстати, в новой серии уже снялись несколько знаменитых российских актеров. К слову, команда «Казахфильма» совсем недавно вернулась из Москвы. Было много сложных объектов. Самый сложный, наверное, это был съемки в Кремле, потому что, ну, спецобъект, получить разрешение, организовать съемки не так просто, но, слава богу. Путь лидера для исполнителя главной роли Нурлана Алимжанова – это больше, чем название фильма. За последние пару лет это уже часть жизни. Актер признается, что для пущей солидности пришлось поправиться на 10 килограммов. Все-таки в новом фильме зрителям расскажут, пожалуй, о самых важных моментах биографии президента. Я люблю романтичные сцены, ну, где любовь больше. А здесь нету, здесь особо нету такого сцены, здесь чисто политически. На трибунах новоиспеченные актеры в массовке от пенсионеров до младенцев. К примеру, 7-месячная Арина за участие в съемках получит свой первый в жизни гонорар. Ребенок маленький, первый раз покажут по телевизору. Вот еще одна дочь, тоже первый раз покажут нас. И очень интересно. Столько эмоций, восторга, очень интерес такой, знаете. Очень эмоционально ведут люди себя здесь в массовке даже. Очень интересно. Все автомобили отогнали на десятки метров от съемочной площадки. На горизонте не должно быть ничего, что напоминало бы нам о современности. Кстати, и нас сейчас просят удалиться, потому что, находясь даже на крайней точке поля, мы невольно попадаем в кадр. Впереди у команды запланированы съемки еще в нескольких регионах страны. Если уложится в срок, говорят создатели, на больших экранах картину покажут уже в декабре. А пока еще полгода работы в ожидании команды. Стоп, снято. Руслан Идрисов, Еркелан Тойболдин, 7 канал, Караганда.